Вот и первая рыба на снасть типа лейки. За счет своей плавучести поднимают данный крючок в толще воды. Донка с отводным поводком типа Каролина со счетом 4-0 ведет. Вот это ротаник условится на форелевую резину. Вот это я понимаю. Друзья, всем привет! Я сегодня нахожусь на платном водоеме в Парус Север. И сегодня я половлю на классические блесна. Также буду ловить на новую резину Stretch. Собственно, тянется она вот так. И это не предел, повторюсь. Значит, суть в чем. Сегодня я буду ловить на оснастку типа Каролина. Резина супер плавающая, она будет поднимать крючок. Я могу регулировать длину поводка. Поэтому посмотрим, что получится в этом видео. Поехали. Так, насаживаем буковку L. Две маленькие личиночки. И сюда. Резина очень мягкая. Так. Раз. Вот. Тут получилась вот такая конструкция. Сейчас попробуем. Глубина примерно у меня выставлена где-то в пределах, наверное, 1,60 см от дна. Делаем заброс. И опускаем приманку на дно вместе с грузиком. Опа-на. Нет? На силикон, да. Так. Ну что, друзья, вот и первая рыба на снасть типа лейки с новой резиной эластик. Пошла. Опа, есть. Еще одна. Пана, иди сюда, маленькая. Ой, я упала. Выскочила. Иди сюда. Опа. Итак, друзья, до зарыбления я поймал два хвоста на совсем не спортивную снасть. Это типа Каролина или отводной поводок, называйте как хотите, на эластик формулу. Резина супер плавающая, супер тянется.
очень мягкая, поэтому сейчас я ловил на активную снасть, а именно личинки, также блесна, но сейчас до зарубления счет 2-0 в пользу неспортивной снасти. Поехали дальше, не переключайтесь. Происходит зарубление, и я сейчас попробую половить на активную снасть, на блесна. Потом перейду на эластик формулу. Буду пробовать. Пока рыба активна, надо попробовать ее словить. Поторопился. Ага, пошла. Давай. Че? Пошла. Нет? Есть. Иди сюда, красавица. Дай-ка тебе распустим чуть-чуть фрикцион. Иди сюда. Есть. Так. Блин, пошло. Опа, есть. Опа, иди сюда. В данный момент прошло после зарубления минут, наверное, 10-15. На проводку спортивную была одна поклевка, исход. Неспортивная снасть, донка с отводным поводком, типа Каролина, со счетом 4-0 ведет. Поэтому я предлагаю вам не переключаться. Чуть позже я вам покажу в видео монтаж данной снасти и как правильно насаживать резину на крючок. Вот есть. И сюда, красавица, давай. Неспортивная снасть ведет со счетом 4-1 по хвостам. В данный момент я поймал рыбку на эластик формулу, тянется вот так, принимает обратно свое положение, так что поехали дальше. Не упади там, мол. Рыба пошла. Пошла. А, давай-ка у тебя. Опа, она есть. Так. Ах ты. Пошла. Иди сюда. Эх, ты такой. Куда пошла? Захотела спрятаться. Опа, она есть. Есть рыба. Ну как она не хотела, да? Да. Я сейчас расскажу о своей оснастке, на которую я ловлю успешно форель именно сегодня. Значит, что я попробовал сделать? Некий симбиоз между каролиной и отводным поводком. Я поставил скользящее грузило, ограничил стопорами резиновыми. И, собственно говоря, я могу этими стопорами регулировать
погружение данной приманки в толщу воды. Суть в чем? Значит, приманки за счет своей плавучести поднимают данный крючок в толщу воды. Грузило лежит на дне и, собственно говоря, не дает подняться приманке на поверхность. Вот, собственно, вот такой буковкой Г получается данная моя приманка, оснастка на крючке, да, две личиночки размером 25 миллиметров. И, собственно говоря, эти две личинки совершенно спокойно поднимают крючок. Вот. За счет каких-то колебаний, подводных течений, значит, в толще воды оснасточка данная привлекает форель. И, собственно, форель клюет. Мне сегодня довольно-таки нравится ловить на данную оснастку, чего я вам рекомендую. А сейчас предлагаю переместиться на водоем и половить дальше форель. Поехали. Все, хватит. Все. Безбородый крючок освободился. Время сейчас 10:30. В данный момент тучи все больше и больше сгущаются. Значит, накрапывал небольшой дождик. Рыба ушла в какой-то глубокий стопор. Поэтому очень сложно ловить. На данный момент у меня сейчас пассивная снасть выигрывает перед активом со счетом 5-2. Вот, в данный момент я сейчас поймал на активную снасть Stinkworm 70 в лимонном цвете. Вот, довольно-таки неплохо сработал на медленной волочающейся проводке. Продолжаем дальше. Поехали. Оп, есть. Вот теперь есть. Вот это да. Иди сюда. Иди сюда. Опа. Стой. Итак, друзья, время сейчас 1:00. Я переместился на другой берег водоема. Хочу буквально здесь минут 30-40 попробовать половить форель. Если ничего не будет, сворачивайся и к дому. Вот это ротаникус. Вот это ротаникус ловится на форелевую резину. Вот это я понимаю. Итак, друзья, я половил сегодня в пару север. Рыба сегодня капризничала, рыбалка трудовая. Значит, на активную снасть я поймал 2 хвоста. На пассивную снасть, это некий симбиоз, как я говорил уже выше, отводного поводка и каролины. Значит, с насадкой эластика. Это стрейч-силикон, 2 личиночки, размер 25 миллиметров. Очень плавучая приманка. За счет своей плавучести поднимает крючок. Собственно говоря, грузило лежит на дне. И тем самым мне удалось поймать сегодня 6 форелин на такую снасть. И, собственно говоря, эта снасть меня сегодня выручила. Я счастлив, порыбачил, подержал форель на крючке. Ну и до новых встреч, ребята, пока!